Всем привет! Сегодня я распаковываю новый классный набор Classic 11014. Это новый набор, который вышел вот буквально весной, и в нем очень много разных колес. Вообще был набор уже с множеством колес 10715, но этот еще больше набор. Здесь очень много разных деталей новых. Вот, видим тут флажки всяческие. Вот как много. Даже есть нить соединения. И вот с этой стороны задней у нас показано, сколько всего колес. Здесь почти 50 различных колес. С шинами и без. И такой обалденный коралловый цвет колес. Неожиданный. Так, ну что же, будем открывать. На этой коробке такая классическая пломба, которую, ну, как бы так надо нажимать и раскрывать. Я их не очень люблю. Мне жалко коробку. Хочется ее так аккуратненько раскрыть. Поэтому я люблю больше, когда здесь вот, ну, типа как скотчем запломбировано, там разок провел, и все, и порядок. Ну, что же, одна есть, и вторая есть. Поехали. Что же там внутри? Вот, еще эти боковые. О, как много здесь всего. Вот. Очень такой насыщенный набор. Смотрим сначала инструкцию. Здесь их аж две. Моделек достаточно много. И тут есть что посмотреть. Так. Вот. Здесь 6 моделей в этой инструкции. Такая совсем мини-мини машинка. Школьный автобус. Зебра или пони. Гоночный автомобиль. Зайчик на кресле с больной ножкой. И каталка, уточка такая. Классика, классика. Отсылка. Вот они все идут. Что у нас в конце? Как всегда, весь набор деталей. Рекламка. Вот. Все как обычно. И здесь нарисованы 3 модели. И сразу же они начинаются. Паровоз, обезьяна на банане скейте и такой робот на колесах. Так, вот они, классные детальки. Тут мороженое, сердечки, бананы, такого, чего не было еще во многих классик наборах, на некоторых совсем не было. Якорь такой. Вот. Здорово. Начнем с первого пакета, и в нем две модельки: мини-мини машинка и автобус желтый. Вот пакет. Здорово, что в нем сразу же разделитель есть. Будет нам в случае чего удобно работать. И тут же сразу вот эти вот новые в новом цвете коралловом. Дурацкие детальки, колеса, шины. Почему-то решили отделить. Это, наверное, для машинки отдельно, да? Что-то так. Пакет. Начнем с машинки. Есть.
следующий, второй пакет. И в нем две модели. Лошадка на колесах и спортивная машина. Открываем. Здесь у лошадки бантик с сердечками будет. Такие все, смотрите, какие классные. Да, здесь просто раздулье для постройки всяческих двигающихся механизмов. Следующий пакет номер 3. Снова две модели. Зайчик бедный с ножкой больной и уточка. Такой классический символ Лего. Открываем. Здесь маленький пакетик. Начинаем с зайчика. Первая книжка с инструкциями закончилась. Начинаю вторую. Обезьянка, поезд и робот. И начинается все с поезда. Нам нужен четвертый пакет. Такой поезд в классических цветах. Синий, красный. Очень здоровский поезд, мне очень нравится. Прям с каждой моделькой все. Я прихожу в больший восторг. Здесь наверняка можно прикрепить вагончик. И вот детальки, детальки как раз для него. Прикрепляем, делаем. Следующая модель обезьяна на банане. Третий, это пятый.
классно сделали обезьяну. Тут бантик, она такая вся прям нарядная, банан, хвостик. Вот. Сразу хочется слона с таким хоботом сделать. Вот. В банане много классных деталей, их можно его разобрать, что-то другое интересное построить. Здесь мы видим уже еще один вид колес. Еще 4 колеса. Таких еще не было в тех сборках. Ну, красотка. И вот 2 запасные детальки. Последний нумерованный пакет, 6. Здесь такой суровый, с высунутым языком робот. Ремонтный робот. У него двигаются руки, ноги. И я так подозреваю, что, может быть, он и может ездить как машинка. Попробуем. Наверняка вы придумаете что-то более функционально. Но очень классно, много классных деталей здесь. Вот эта штука, я так смотрю, вообще первый раз. Вот. Замечательная вещь. Так, давай, дружочек, уезжаем. Вот так много разных моделек, вот так они вместе смотрятся. И давайте я каждую опишу. Это совсем масенькая моделечка. Вот, что мне интересно, это коралловые колеса. Ну, такое впервые вижу, может быть, где-то во Friends еще были. В Classic точно не было. Автобус тоже замечательно смотрится. Много таких полезных деталей. Окошки, стекла, колеса, опять же, классно. Назад хочет уехать. Так, это пони, каталка, зебра. Вот. Особенность этого набора — здесь сердечки, и у обезьянки есть сердечки, тоже впервые в классик. Вот. Классные полезные детальки, вот такие обычные колеса, ну очень здорово. Вообще замечательно это все смотрится, все вместе. Следующая модель очень такая стремительная, спорткар вот, с большими колесами, вот, отличная, вот, тоже вот эти вот подвески все. Вот. Кстати, вот в таком цвете колеса и в сером еще 4. То есть можно что-то вот прям с ними сделать такое глобальное, вот, классное. Очень милая моделька. Зайчик. Зайчик на кресле с поломанной ногой. Вот у него гипс здесь. Тоже так аккуратненько все. Вот. Тут всего 2 колеса таких и 2 шины используются. Вот. В уточке еще 4 таких колеса, но уже без шин. Интересно, будут ли еще? Наверняка будут и с шинами. Вот. И на 2 колесах зайчика нужно вот так вот бережно катить. Также у нас утка. Ну, утка вообще это классика жанра. Вот так вот мы ее катим. Это замечательная игрушечка. Вот. Масса здесь интересных, хороших таких ходовых деталей, которые можно использовать. И вот эта вот веревочка тоже запасная есть. Вот из робота
смотрите, уже так по ходу идея. Можно что-то такое. Где-то делаем корабль и цепляем якорь. Ну, или каких-то супергероев с таким оружием делаем. Вообще замечательно получается. Так, робот, не плачь, мы тебя починим. Так. Следующий у нас приезжает поезд с вагончиком небольшим. Тоже масса прикольных деталей. Смотрится чудно. Ну, такая игрушечка мини, ну, из него потом еще можно сделать много чего замечательного. Я когда собирала, вот здесь вот другой стороной колеса поставила, сейчас уже исправилась. Так, уезжает поезд. Почти. Почти. Так, предпоследняя модель. Это обезьянка. Тут вот банан даже есть. Вот, классные детали. Вот это вот вообще такая первый раз в наборах Lego Classic. Вот, она много где была, конечно, до этого. Но вот в Classic первый раз. Вот. Ну, и с бананом потом можно сделать что-то интересненькое. Вот объединить, например, с автобусом. Тут есть желтые детали. Что-то там расширить. Ну, или что-то вообще принципиально другое сделать. И банан уезжает. И остался робот. Тоже в нем 4 колеса с таких широкими шинами. Вот, вот здесь вот суперское крепление ножек. Можно различные там экскаваторы, вот, и двигающиеся и так далее. Ну, что подскажет фантазия. Вот. Супер, что здесь есть вот такая деталь. Смотрите, как они ее здесь используют. Вообще, да. Вот это можно и мельницы строить, еще какие-то вращающиеся вещи. Ну, тот же вертолет. Вообще супер, да? Вот как-то всегда этого не хватало в Classic. А тут вот были другие варианты, но вот именно такой классный вариант. Вот. Робот медленно удаляется. Вот. Это остатки запасных деталек и вот еще сколько деталей осталось неиспользованных в модели. Вот тут же видим еще колеса, тут же видим еще крепления, такие как вагончики использовались. Ну, начнем разбирать.